Всем привет, с вами снова Nim42. Мы с вами продолжаем проходить Doom 3. Ой, блин, воздух. Ой, чё ж я так туплю. Ой, капец, хорошее начало. Я хотел сказать, что я пытаюсь вспомнить, что я тут делаю, потому что я давно в последний раз играл. В третий Doom. И я как-то подзабыл, что вообще происходит. Я помню, была... Я помню, была какая-то фигня с... Ух ты, какие текстурки у меня классные. С флотом. С тем, что... Мол, я не послушал начальника. Груша. Сказал флоту не лететь сюда, потому что я... потому что я опасался того, что они вот, мол, сюда прилетят, и как бы им крышка будет, всех перебьют, а потом эта фигня на землю прилетит. Мне бы этого как-то не особо хотелось. Ну офигеть, ревенант. Твою. Автомат был более подходящим для этого приспособления. Ой, ужасти какие. Так, куда мы направляемся вообще? Почему я не могу просто спокойно пройти? Так, это что, это плазма была? Это хорошо. Вставку стало. Это лифт так скрипит? Стрёмненько. Окейюшки. Спуск. Мы едем куда-то вниз. Так кто ж ржёт? Да. Блин, если бы я играл без света, это было бы реально стрёмно. Но, к сожалению, в силу обстоятельств я сейчас играю при свете. Ой! Да, атмосфера в третьем Думе очень даже себе зачетная. Ой,
Помер, нет? Фу, тихо, бочка. Тихо. Чё с ней? Чё, бочка танцует? Ну, ладно. 14 хп, это уже проблема. Надо быстро найти что-то типа аптечки. Вот этой. Это было случайно. Фух, блин, ненавижу ревенантов, никогда их не любил и не понимал, каким образом их вообще убивать, пока не начал, собственно, играть в третий Doom. Так, где-то тут он должен появиться. Нет? Странно. Видимо, скрип на другую сторону. Хватит на меня прыгать. Какое замечательное место. Почему-то я так и думал, да? Да, ну. Блин, какие они здоровые. Это ж так, если подумать, он же ж может там, не знаю, и руку откусить просто. Или ногу. Или что-нибудь еще. Что я слышу все время вокруг? Стремненько у вас тут. Ой! Да твою! Сейчас я вам подкрадусь. Сейчас я подкрадусь. Я потерялся. Где мне тут подкрадываться-то? Как-то так, да? Ой! Ага. Сразу другое дело, да? Сразу никто больше не лезет, блин. Чё ж вы так шумите? Шипите. Тут есть кто-то страшный. Только жердяй. Ух ты! Как у него пузо трясется. Лол. Я этого раньше не замечал. Оп. Да ну. Как он выстрелил сквозь коробку? Ну? Ой, почему? Сохраняться надо, ну. Сохранимся. Где он там был? Там еще зомбак, больше никого опасного нету? Вроде нет. Сохранимся. Ух ты, что там где? Ой. Блин, у меня ничего для бойного нету. Это... Кто? Опять зомби, ну как так можно? Откуда они берутся? Я их просто не вижу тупо. Тут из воздуха появляются. Ну вот где второй? Откуда он пришел? Вот. Окей. Ой! Ну. Ой, я был насторожен звуком, пытался найти, кто это шипит. Из-за этого профукал фаербол. Мне просто нужно что-то дальнобойное. Типа этого. Хотя...
вся проблема решена, правда, у меня только 28 уже. Окей. Теперь можно спокойно проходить. Никто не выпрыгнет снова из-за спины. Какая прелесть. Я не знаю, специально это сделано или нет, но оно еще, как мне кажется, отдает немного коричневатым оттенком. Итак, как мне попасть туда, куда надо, и куда мне вообще надо? Видимо, мне нужно туда. Ой. Ладно, я сделал глупость, я хотел зарубить его фонариком, больше не надо пытаться этого сделать. Больше не найду. Окей. Ох, как будто... как меня достало в темноте шариться. Так, что я подобрал? Чё-чё-чё-чё-чё, видеодиски, которые... Это что ли? Добро пожаловать в отдел жизнеобеспечения марсианской станции. Этот видеоролик содержит всю информацию, необходимую для эффективной и безопасной работы. Защищенный работник – счастливый работник. Главная задача UAC – обеспечение вашей безопасности. Следите за указателями и следуйте всем предписаниям, чтобы уберечь от опасности себя и товарищей на работе. Уборка – один из самых важных аспектов работы отдела жизнеобеспечения. Во-первых, чистота – залог безопасности. Ладно, понятно, нигде не раскидывать соплей. А, фу, блин, у меня что, ХП, чё я парюсь? Не туда, что ли? Ну да, вот именно когда я на трубе, когда я никуда не могу что выполнить аварийно. Давай. Насосная станция выключается. Ура. Я сюда вообще? Ну ладно. Ой! Ой! Ой!
Ладно, от прыжков я уворачиваться не умею. Я иду, видимо, назад. У кого я слышу? Где? Ой, на! Почему у нас фонарик не работает? Никого нельзя заколупать фонарик. Кажется, я иду куда-то не туда. Или туда. Выстрела в упор вас ничто не спасет. Вообще, на самом деле, судя по тому, что появляются мобы, я думаю, я иду куда надо. Ну окей. Снова наверх. Проблема в том, что мне не дали четко выраженной цели. Если бы я понимал, что вообще делать, кстати. Добраться до лаборатории Дельта, блин, если бы я знал где. Ну еще и сюда приперся. Сюда? А, да не, я отсюда вышел. Не понял, в каком смысле, мне что, некуда идти или как? А, понятно, я не туда пошел. Нам явно нужно было в ту комнату с зеленой жижей. Надо, кстати, закончить, допроходить первый дум. Я прошел сколько там, 2 или 3 эпизода, я не помню. И забросил. Надо бы завершить это дело все. То есть, я сейчас все обходил, поубивал всех мобов, зря потратил хп, и аптечки нигде нету. Как еще может быть по-другому? Не пшикай. А где эти шижи были? Это явно было наверху. Что ли? Ой! Ага, теперь там можно пройти. Так. Здрасте. Фигня вообще опасна, нет? Не, все путем. Кажется, она застыла. Ну, ладно, мне ж лучше. Мне как бы это и надо. Пауки, что ли? А чего такой звук? Ой! Ой, как я не заметил такую махину, а?
Ну супер, только я подобрал аптечку. Ее уж нет. Аптечка. Супер. У-у-у, прекрасно. Я надеюсь, сзади хоть меня так не попру. Чё же они все прыгают издалека? А, конечно, не попрут. Прям как Demon's Souls, а? Там тоже такое место есть. Замечательно. Еще не видно ничего. Ой. Фу, какая погость. Все, уходим отсюда. Не хочу тут больше находиться. Ой, так... Ой! Супер. Засмотрелся, называется. Так, гранаты я до него не докину, а... О! Классно куча. Это помогло? Ой, что это с ним? Вы видели? Он варпнулся, что ли? Или я не понял? Ой. Я думаю, это вследствие лагов моего компьютера. Ну ладно. Кривой дорожке, где очень тяжело уклоняться. Ой, 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 ой. Замечательно. Кстати, очень напоминает самый первый левел Дума. Там то же самое. Так, я тут. Окей, уж. Ну, власть. Так намного лучше. Ой! Это еще что еще выпрыгиваете-то так. Прям мне на голову. Хватит шипеть. Ух, что я нашел? Замечательно. Это хорошо. Я правда не знаю, стоит ли этим пользоваться в закрытом помещении. Опять на улице. Да ну... Иди! Чё? Это не есть очень хорошо. Где выход? Где выход? Может быть вообще в принципе. Ой, ой, не туда я зашел. Ну прекрасно. По-моему, от недостатка воздуха. А не очень воздух. Ну, свети. Свети фонарем, куда я могу забраться. Мне вообще сюда надо. Ой, запрыгивай.
Ну, очуметь, все, я сдох. А, вон выход. Ну, все ясно. Зато я теперь хотя бы видел, где выход. Теперь я все знаю, теперь быстренько попробую все сделать. Давай, уплотняйся. Отлично. Валим, валим. Ну. Наконец-то. Это было непросто. Правда, на самом деле, только из-за воздуха. Очистной завод Сектор 2. Очистной завод – это ключ к выживанию на Марсе. Он перерабатывает отходы производства и жизнедеятельности в полезные ресурсы. В Секторе 2 главным образом сосредоточена система очистки и переработки химических и биологических отходов. Замечательно. Какашки там перерабатываются. Это есть хорошо. И, пожалуй, прямо на этом мы с вами закончим эту серию. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте комментарии, ставьте лайки и... И подписывайтесь на мой канал. С вами был Nimstrong2, и до встречи в следующих сериях. Пока-пока!